Доброго ранку, мы из Украины. Давно не выходил в эфир, бо занят был. Смотрите, там разгоняется фейк по сети, что Николаевская область готовится к эвакуации от лица, мол, это информация Димы Плетенчука, нашего пресс-офицера. Но это не так, это создали клон просто в тупую и через маленькие группы раскидывают. У нас не собираемся мы никуда эвакуироваться. Мы не собираемся, то есть, но в сторону Херсона. Поэтому не переживайте, следите за официальной информацией.